22 сентября, вот здесь совершенно верно было заседание, а 20 сентября был вторично объявлен аукцион на право заключения договора аренды по бане, потому что первично объявленный в августе аукцион не состоялся, потому что желающих на взять в аренду данный объект не было. Когда 20 сентября был объявлен аукцион, была сделана оценка на здание бани. Там в ней было написано, что физическое состояние помещения неудовлетворительно, требуется проведение капитального ремонта. 21 октября в 15 часов должен был состояться аукцион, но он не состоялся, потому что была подана только одна заявка. И единственному участнику было предложено заключить договор аренды бани общей площадью 251,2 квадрата на условиях первоначально заявленной суммы арендной платы. На 10 ноября 2021 года востребованность объекта обуславливается тем, что в городе это единственное здание бани. От граждан поступают коллективные обращения на то, чтобы сохранить статус бани, потому что все остальные бани, которые были в городе, статус потеряли. Это баня поселки строителей и баня по улице Труда. В связи с тем, что здание на сегодняшний день сдано в аренду, расчет стоимости ремонтных работ не производился, потому что баня в аренде сейчас. Арендатор, когда подписывал договор аренды, он нам пообещал, что баня будет отремонтирована. Когда вчера мы выезжали в баню, сделали следующие фотографии. Я вот предложу депутатам с ними ознакомиться. То одно помещение бани полностью отремонтировано. Там идет сейчас полным ходом ремонт. Вот эта площадь 221 квадратный метр, я правильно понимаю, это ну, вся баня? Вся баня. То есть ни частичка, ничего? Два отделения. Ну, одно полностью отремонтировано, во втором идет сейчас ремонт. А на какой период аренда сейчас заключена? Баня сдана в аренду на 10 лет. Это в одном отделении сделано, да, сделан ремонт, а баня работает или нет? Баня работает. Баня работает. И, значит, вот этим одним отделением работает, да. А во втором идет ремонт. Ну, объяснили так, что баня работает, там мужские и женские дни есть. Ну, понятно. Работает одно отделение. По графику. У арендатора было желание вообще закрыть одно отделение, работать на одном. Ну, как бы, учитывая то, что постоянно люди обращаются, мы... Ну, хочется сказать то, что ну, радостно за такое состояние бани. Это за какой период они ремонт уже сделали? 21 октября должен был состояться аукцион, но 18-го, так как была одна заявка, они понимали, что они выиграли. Вот, вот с 18 октября был сделан. Молодцы. И кроме того, прошла проверка после вот публикации о том, что прошлый год баня не сдавалась в аренду и администрация города не получала доход. Все договоры наши проверили, ни один месяц не остался без оплаты. То есть весь прошлый год оплата производилась. А еще можно, что там месячная арендная плата, порядок цифр примерно? 20 100 рублей. Ну, и... А стоимость ремонта за счет арендной платы? Нет, сейчас только они такой сделают. Такого зачета нет, это полностью за свои деньги делают. То есть он делает в рамках будущих, так скажем, полученной прибыли. За счет собственной стоимости.